Доброго здоров'я! Сьогодні ми знову на політичній кухні АТВ, партнер програми «Меблі Фокс», і сьогодні у нас за шеф-повара депутат Сумської міської ради, голова фракції «Рідне місто» в Сумській раді Ярослав Кукс. Доброго здоров'я, Ярослав Валентинович! Добрий день! Ради вас видіти на нашій кухні. Здравствуйте! Это как пианино, а вот случайно и оно. Итак, что мы будем готовить? Да. Ну, учитывая, что полноразмерно я последний раз готовил еще когда был студентом, то есть гораздо больше, чем 20 лет назад. Это очень интересно. А в последнее время я обычно, это когда компания, это шашлык. Ну, костер мы здесь полить не будем, да? Нет. Поэтому... На гриле это не шашлык, это просто жареное мясо. Нет, это неинтересно. Поэтому сегодня просто будем говорить и просто приготовим завтрак себе. Оператором. Каков завтрак по версии? Легкий, вкусный. Лёгкий. То есть все должно быть вкусно. Вообще в жизни все должно быть вкусно. Ну, завтрак, ну, учитывая, что как начнешь день, так ты его проведешь, то все должно быть вкусно. Значит, сделаем салатик с тунцом, пожарим яичницу, тосты, кофе. Кофе с гоголем-моголем. Это отдельно. Уже красиво. Мне уже нравится. Итак, завтрак, нежно переходящий в ужин. Это вам. О, спасибо. Это можно уже начинать? Это, конечно, да? Все. Это уже завтрак, это уже все пошло. Поехали. Что делаем? Чистим. Поехали. А может вот так сначала, Ярослав? Не. Поздно. Все. Слушайте, ну творчество. Вот я смотрю, что, скажем, вот у всех вот в базе вкус. Творчество. Когда кто-то говорит, что я не понимаю это в искусстве или в живописи, или в картинах, я говорю, не может такого быть. Ну вам грех в этом не понимать. Все-таки у вас такой отец знаменитый. Ну не такой знаменитый, конечно, как Леонардо да Винчи. Вот. Ну, заслуженный художник. Ну, заслуженный художник, да, есть такое дело. Вот. И вообще вы родились, скажем так, в творческой семье. Мама, папа, да. Да. Как этот самый папа художник, мама скрипач. Ну, маленькая. Вот. А как же так получилось, что не пошли по стопам родителей? Ну, может, что здесь дедушка, бабушка, да? То есть, все-таки ж говорят же, что на детях отдыхаешь, а я пошел, ну, видимо, по дедушкиным стопам. Можно стеклянную прозрачную? Ну, я бы лучше, ну, хорошо, давайте так. Ну, Олега, красиво. Красиво. Не, если будет мало места, мы отсыпем. Не, места мало не будет. Просто мы готовим на всю съемочную группу, а это готовить надо ведро. Ведро? Это же не те, которые только в кадре здесь, понимаешь. А за кадром сколько он стоит? Накормим, хорошо. Сан Саныч, что-то вы как-то... Вы мельчите. Вот. Да я хотел вот как-то эстетически, чтобы оно красивое было. Ну, у нас время разная структура. Да. Помидорчики, огурчики. Так. Великолепно. Так что? Привело. Так вот, технический вуз. Вот. Ну, я по-честному ходил 5 лет в музыкальную школу. А, было вот. Все-таки. Как без этого. Вот. Мама каждый раз смотрела, как я иду вот так вот за собой тащу молодую папку. Вот. Папа сказал, что, наверное, пусть он сам принимает решение. И там череда различных спортивных секций, и я остановился на гребле. Это... Ничего себе. Вот. А то, что касается, куда идти после школы, ну как, все же пацаны в детстве кем мечтают? Космонавтами. Я хотел быть летчиком. Ну, дедушка мне сразу сказал, что, ну, летчиком, ну ты же не хочешь быть извозчиком. Ну что ты, летчиком вышел, это самое. Ну, он... Давай тут в ХАИ. Умудренной жизнью был. Ну, в ХАИ так. Ну, серьезное заведение учебное. Нормально. Лучшее в Украине. Да, по-моему, в Союзе оно было тогда. 58 предметов зачетки. О, Боже. Я таким и тогда вы подумали, и чего я ушел с музыкальной школы? Нет, хочу сказать, что...
На самом деле, вот вопрос, да, вот родители творческие, ответ пошел, да, там, ХАИ. Я когда еще учился в школе, я когда присутствовал при дискуссии моего отца, и профессор был в университете, ну, тогда это был политех наш Сумской, Чертков его фамилия, была, наверное, это было очень давно, поэтому я даже не знаю, жив он или нет, но вопрос не в этом. У них была очень интересная беседа. Какая наука точная? Математика или искусство, живопись? И мой отец сказал о том, что математика – это абсолютно абстрактная наука, потому что что-то там у вас, что-то взяли, к чему-то приравняли, и это начали доказывать теорему. Вот. А в живописи все просто. Вот ты видишь, вот ты пишешь, вот оно есть. То есть никаких вот приближений нет. То есть неизвестно, кто еще физик, поэтому, а кто лирик. Поэтому еще неизвестно, корова, кто физик. Корова, а конь это конь. Да, поэтому я в данной ситуации хочу сказать, что вот мне отец, допустим, говорит о том, что ну, художники это хорошо, но монументальным искусством, допустим, занимаются люди, которые, ну, допустим, строят в городе. Строители это люди, которые занимаются монументальным искусством. Там люди, которые делают там скверы, парки. Это монументальное искусство. Вот. Ну, художники, а художники это художники, конечно, они в этом, они дают идею. Но вы дошли и до монументального искусства, второе высшее получали в архитектурном. Ну, скажем так, то есть если ты не пытаешься как бы качать мышцы, а мозг это, в общем-то, тоже можно сказать, что мышцы, то есть если ты не пытаешься развиваться, если ты не пытаешься там учиться, то ты где-то замерзаешь и ну, ты становишься неинтересным. Это к разговору, да, об искусстве. Зачем да, отличается да. Обычная картина от шедевра? Обычную картину может написать любой. И только маэстро. Два штриха, и это уже шедевр. Поэтому ничего, что я... Ничего. Это как в дзен-буддизме, да? То есть художникам нужно быть не для того, чтобы уметь нарисовать картину, а для того, чтобы уметь ее увидеть. Конечно. А вот такое мнение бытует, что если семья творческая, то значит там не готовят. У вас как было? Не до этого. Людям искусства. Да я вас умоляю. Что... Нет? Знаете, как моя мама, когда приезжает сюда летом, и мама в ресторан, она говорит, сынок, я вкуснее готов. Я полностью не согласен. Нет, тут все от желания. Хочешь готовишь, не хочешь, не готовишь. На самом деле, основная вещь, это ты должен делать то, что тебе нравится. То, что тебе нравится, ну и в любом случае не должно доставлять дискомфорт окружающим. С душой. Естественно. С желанием. Прекрасно. Так, зелень нам нужна какая-то? Нам зелень нет. Нет. Вот эта зелень. Эта зелень отдельная история. Сейчас мы будем. Да, мы сейчас будем в 4 руки ей заниматься, можем в 6 рук. В 6 рук, кстати, Александр Александрович, прекратите. Значит, что мы делаем? Вредительство. Мы берем каждый жменькой. Так. И вот так вот это все. Вот сюда. Ага. Вот так вот. Хрустим. Учитывая, что большой таз. Так я тоже думаю, все надо бросать. Бросаем? Конечно. Маслом кашу не портишь. Вот, я тоже так думаю. Так, и теперь мы в этом посудке мы сделаем заправку вот из сих очень интересных ингредиентов. Оливковое масло. Добавим, если что. Прекрасно. Вот так. Вот с этим бы не переборщить, но это нужно делать. Меня как-то вот смущает мед. Это очень интересно. Мед смущает. Так, это мы смешиваем оливковое масло и бальзамический уксус. Том, кажется. И это мы берем мёдик. Ложечку или пол ложечки. Как скажете. Давайте попробуем. Все делается на вкус, то есть. Давайте. Тут как раз таки. Лучше не переборщить. Да, лучше не переборщить. Вот вы говорите, все надо делать с душой. А в горсовете. Куча этих коммунальных проблем. Получается душу отыскать? Куча. Хорошо, это как в этом фильме, да? Куча проблем. Если вы говорите о горсовете, или вы говорите, да, там, об управлении, о руководителе, то есть должна выставляться цель, куда мы идем. Ну, ваша цель какова? Когда мы шли на выборы, мы сказали, мы дадим инструмент влияния на работу. Мы не сказали, что мы отремонтируем все дома. Мы не сказали, что мы завтра сделаем здесь Лас-Вегас. Мы говорили, что мы дадим инструмент. То есть мы сказали о том, что вот вам нужно закрутить шуруп в доску. Да? Можно отверткой, можно шуруповертом. Мы говорим, вот вам шуруповерт. Этот шуруповерт называется сумма жетло. Но если вам не нравится этот шуруповерт,
Возьмите другой, сами найдите. Вы сейчас о ОСББ говорите, я думаю, конечно, а как по-другому? И по-другому невозможно, потому что есть проблематика только в одном. Взаимоотношение должно быть между тем, кто обслуживает жилье, и тот, кто собственник. И если собственник не хочет, и он должен сказать, что я не хочу заниматься этими вопросами, мне это не интересно, тогда для этого есть горсовет, и у него есть уполномоченный орган, который этим занимается. Это, ну, это проблема, не знаю, ментальная. Это любой человек, который хочет ни от кого не зависеть, он будет ни от кого не зависеть. Он все равно создаст ОСББ, он все равно будет жить так, как он хочет. Но есть еще сумские реалии, где есть старые дома, и люди просто не хотят их брать на себя. Не только сумские. Да? Не хотят брать на себя, потому что боятся. Что поменяется от того, что возьмут они на баланс себе дом этот или не возьмут? Ну, скажем так, если у них остановится лифт. Если у них остановится лифт, если будет надзвичайная ситуация, тогда тут же придет на помощь. Если у них расходит. Будет надзвичайная ситуация. Если будет, а если нет, это, ну, как бы, поймите, ну, простой пример, как 3 года назад была проблема на Гамалее, там, да, человек протащил в дом баллон. Там, взорвался, да. Да, городской совет сделал за деньги бюджета, все отремонтировали, сделали. То есть есть утримание, то есть вокруг чего идет разговор? Идет вокруг об обслуживании, что вот кто-то обслуживает, то есть кто-то плохо обслуживает, кто-то этим недоволен. То есть напрямую нужно вывести взаимоотношения. Я каждый раз привожу один и тот же пример. Если, ну, парикмахерская, тот же вид услуг, что и обслуживание жилья. Но если любую женщину завязать ей глаза, привести ее к парикмахеру с завязанными глазами, сделать ей прическу, на наш с вами вкус. Какой бы ни был бы шикарный парикмахер, она будет недовольна. Так устроен человек, поэтому нужно вывести напрямую. Откуда медок? Потому что он уж очень вкусный. Мне Виктор Андреевич передал. Вы знаете, лично не знаком с Виктором Андреевичем, и, соответственно, медок он мне не мог передать. Вот. Это, кстати, у моего главбуха муж занимается медом, и она вот презентовала. Мне, но я привез это сам. Я вот что-то сегодня не знаю. Давайте я дам большую ложку. Ярослав. Я достану до дна. Да, я понимаю. У нас длинные руки, как говорил Остап Ибрагимович. Ну, все-таки побольше будет лучше. Мне кажется, они этого масла ложат. Нет? Да. Вот случайно в холодильнике и тунец. Ага, да. Тунец! Ну, учитывая, что коллектив большой, тунца надо было. Уже ему нужно было помять. Ну, сейчас, наверное, помнется, сейчас, да? Все нормально. Учитывая, что коллектив большой, раздадим себе ложки, и кто шустрый, тот и рыбку как бы покушает. Тогда я сомневаюсь, что кто-то за мной успеет, потому что вот она моя большая ложка, которую вы мне презентовали. А вот дзен-буддизм говорит о том, что нужно всегда хвататься за маленькую ложку. Потому что за большой охотятся все, это во-первых. Mm-hmm. А во-вторых, потом со дна лучше собирать. Ярослав Валентинович, а если вернуться к политике, вы все-таки возглавляете одну из самых больших фракций в горсовете, да не просто фракцию, а еще и промэрскую фракцию. Ну, собственно, по этому поводу, наверное, часто слушаете какую-то критику, так как вас ассоциируют все-таки с человеком мэра. Ну, и да. Многие говорят, что пока мэр, так и куц будет на месте при власти. Вас это не обижает? Все-таки вы, может, хочется быть как бы более самодостаточным? Мэр вас своей тенью не закрывает? Ну, давайте так. Самодостаточность человека не определяется его посадой. Да? Угу. Не место красит человек. Человек место. Поэтому, скажем, мэр политик чистой воды. 100%. Мне ближе вопросы хозяйственные, вопросы производственные. То есть, в общем-то, я гораздо лучше себя чувствую в вопросах производства, в вопросах построения каких-то там объектов, решения каких-то производственных задач. Поэтому абсолютно нет никаких у меня по этому поводу ни комплексов, ни переживаний. Я, в общем-то, на своем месте, и я, кстати, в общем-то, даже горжусь тем, что я являюсь правой рукой мэра и могу поддержать как бы, его начинания в тех или иных инфраструктурных вопросах. В любом случае, задает темп он, динамику задает он, и, в общем-то, фракция, в общем-то, это фракция рейдемиста, но в любом случае, да, давайте говорить честно, все-таки мэр является как бы, лидером в этих вопросах. Я как руководитель фракции, в общем-то, я исполнительный директор.
То есть у меня обычные технические задачи, что все вовремя пришли на сессию, чтобы всем объяснить тот или иной вопрос. Мы говорим, что идем вот в этом направлении, и нужно смотреть отсюда, почему. Вот потому. Потому что за это несет ответственность, да, мэр, он знает, что это будет вот так. Технологически это принесет вот такие плюсы, принесет вот такие, скажем, дивиденды. И, скажем, в результате, в начале разговора во фракции абсолютно как бы у каждого есть свое мнение, к финишу, то есть идет объяснение. Любой вопрос нужно объяснять. Давайте я, наверное, пожарю вам с помидорчиком. Давайте. Вы человек команды. Однозначно. Однозначно, не может человек обладать, во-первых, всеми, скажем, качествами, необходимыми для решения вопроса. Во-вторых, управление городом, управление городскими вопросами, они очень многосложные, многозадачные. То есть это цепочка, в которой очень много звеньев. И один человек не в состоянии одновременно, да, закрыть. Поэтому должна быть команда. Для того, чтобы реализовать задачи, которые ставят сумчане, ну, только командный подход. Один в поле не воин. Это Маяковский, единица ноль. Ну, это. Поэтому опять-таки не возникает вопросов по поводу того, что да, вот мэр первый. Угу. Отлично. Режем помидорчики. Так, и Ярослав Валентинович, вот вы шли в депутаты от Курского микрорайона, ну, жителем которого сами не являетесь. Почему именно Курск? Это ответ очень простой, на поверхности. Самый богом забытый район у нас в городе был Курский. То есть там очень давно, то есть центр, да, Курский нет. Ну и мы не ищем легких путей. Вы сказали, ищем. Был Курский. Сейчас похвалитесь. Похвалюсь. Похвалюсь, и детские площадки там поставлены. А можно там досочку большую? Да, если можно. Вот, есть и детские площадки, есть и дороги. Нет, вопросов, поймите, когда я говорю о том, что там что-то сделано и что-то реализовано, это реализовано опять-таки 2-3% от необходимого. То есть в любом случае коммунальное хозяйство... Все опирается в деньги, да? Да. В любом случае все, что мы хотели сделать, мы еще не сделали. У нас много как бы впереди вопросов, но основная задача — это объяснить людям, что может сделать сам горсовет, а что, какие вопросы может взять в свои руки жильцы Курского, да, для того, чтобы также точно принять участие. Ах, запах! Ах, перчик! Угу. Перчик. Ну, я вот перчик бы после того сделал. Да? Вот так импозантненько сверху черненьким и на беленьком идет. А что пожалели помидоры? Нормально. Да? Нормально. Ну, маленькая сковородка. Да, Ярослав Валентинович, забывает все меня, сколько нас тут человек. Я лучше 2 раза пожарю. Хорошо. Слушайте, много — это не всегда хорошо. Хорошо, да. То есть чувство меры. Маленькая ложечка. У меня всегда отец говорил, что сын говорит, чувство меры. А у вас-то оно присутствует как-то? Чувство меры. Вообще, как я по натуре максималист. То есть зашкаливает, да, иногда, да? То есть, если все так сразу, много, сильно, то есть, но с возрастом начинаешь понимать, что есть еще некие субъективные вещи, объективные вещи, которые не позволяют тебе вот сделать. Но опять-таки желание, да, мы говорили, да, вот желание. Если есть желание, то этим ты заражаешь и людей. И тогда как бы вот все вокруг, все пространство вокруг тебя начинает реализовывать, скажем, твое желание. Поэтому, ну что. Чем занимаетесь в свободное время? Да, как снимаете стресс? Вот интересно. А кто сказал, что у меня стресс? А, все отлично. Все, это прекрасно. А кто это сказал, прекрасно. Что я напрягаюсь? Как вы отдыхаете? А кто сказал, что я напрягаюсь? Так, еще, наверное, нужно, да? Да, так. Ближе к стрессам и отдыху. Так я отдыхаю. Да. Вы вообще отдыхаете? Спорт, рыбалка. Ну, ездите в светлые дни. Уже спорт — это вынужденная необходимость. Потому что... Да. Как это крути, приятно слышать. Как ни крути, не верти, а... это, конечно, будет нескромно, но умную голову должен носить сильное тело. Честно сказать, по времени...
есть две вещи. Это, ну, почитать, вот, но, как правило, это вот все равно с кем-то пообщаться, с кем-то поговорить на темы, которые не касаются работы. То есть, работа. Вот теперь стоит вопрос в том, кто как любит прожаренное. Я люблю как слегка прожаренное. Я тоже люблю живые. Живые. Вот, глазунья. Именуемое в простонародье глазунья. Поэтому я уже его снял. Я знаю. Вы даете, а не сыровато еще, нет? И потом зайца сырые ведь не могут. А, все ясно. Чисто мужская логика. Ну, да. Ну, я всю жизнь считал то, что яйца есть или жареные, или сырые. А как только нагрел, они уже... Готовые к употреблению и те, и другие. Да. Петрушка не нужна сюда? Так я же за что говорю? Петрушечка, укропчик. Ну, действительно, с точки зрения светофора зеленого здесь не хватает. Вы нам разрешаете? Да. В общем-то, по большому счету, я бы спросил бы вот у ребят, потому что я смотрю, что они уже, скажем, сошли в злато. Да. Нравится им им очень. Не, я имею в виду побольше, поменьше, то есть... Они будут употреблять все, что мы приготовим. Это ярчайший пример того, как депутат городского совета работает на громаду. С громаду. Уже и еду готовят. Вот. И как громада влияет на депутатов. Уже и Петрушка сейчас пойдет. Да, опять-таки, должна быть, как ни крути, не верти, обратная связь. Обратная связь. В любом случае. Да. Вот, совещания должны понять одну вещь. Вот они должны смотреть на тех, кто есть сейчас, да, вот вы сказали, потому что да, вот вы будете, да, столько будет Минаев. Абсолютно с вами согласен. Но люди должны вот, смотреть и для себя принимать, как бы, говоря все. Но все же нужно дать походу то, что делают. Ну да, тут уж никуда не денешься. Депутатское принимание депутата Куца. Вона працює? А я же, у меня поможет. То есть там. Вас могут поймать на районе? Меня могут поймать на районе без вопросов. А мой помощник каждый день с 10 до 5 в приемной, любой может прийти. Если что-то срочное, так она просто напрямую меня набирает. Подожди, я сейчас забыл же еще сделать. Хлебушек есть, да? Тосты. Я опять-таки рекомендую. Рекомендую все-таки хлеб не... Во-первых, жена. Цельнозерновой, да? Это вот для меня сложно, потому что это женщины, знаете, чем отличается логика мужчины и женщины? Мужчина глядя на цвет, да? Сиреневый цвет, да, он видит сиреневый, а у женщин там растяжка. Фиалковый, на глаз, да. И наоборот, женщина, когда смотрит на винт, это у нее винтики. Все остальное, там болты, гайки, дюбеля и так далее, это все да, винтики. Да. А мы знаем балдеры. Ну, правда. Так и есть. Вот, сок пустил. Обалденный запах. Ярослав Валентинович, вот в этом же году был последний призыв в армии. Вот как вы считаете, должен ли юноша служить в армии? Человек, который служил. Мужчиной. Я когда закончил армию и уволился, я жил в общежитии, пока учился в ХАИ. Так вот я вам хочу сказать, что, извините, не за столом было сказано. Так вот, я четко могу сказать, после того, когда зашел в уборную, молодой человек служил в армии или нет. Потому что ты служил в армии, понимаешь, что такое за собой вымыть. Вот, поэтому... Постирать носки, постирать... В общем, надо отправлять в армию. Но мужчина должен проходить уроки самостоятельного взаимоотношения с жизнью в кругу таких же, как он, крепких, сильных. Тарелочку. Вы так в разговоре как-то мне сказали, что у вас нет дома телевизора. Нет. Значит, вы читаете? Что читаю. Вы читаете? Что вы предпочитаете? Ну, читаю я. Я, в общем-то, бывает за поями читаю все, что попадется под руку. Было такое, что я одновременно параллельно читал, допустим, там Харуки Мураками и какую-то там, мой дедушка называл это туалетная литература, какой-то бестселлер. То есть параллельно вам. Чем заснуть? Нет, зачем? Нет, бестселлер я знаю, я читаю, чтобы заснуть. Нет, это чтобы заснуть. Вот, я не. Ну так вы не серьезно. Как раз вот Мураками номинируется сейчас на Нобелевскую премию. Мураками, но он абсолютно. Скажем так, неординарный взгляд на вещи, у него, он
во всем смотрит, видит вещи не так. Простые вещи, простые, но не вещи, стандарт. Но вот под своим углом, и это очень, очень достаточно как бы интересно. А самому никогда не хотелось сесть и написать что-нибудь? Писали стихи в юности? Нет. Не ваши, да? Я только мог там процитировать тогда Губермана, типа того, что мой небосвод хрустально ясен, полный радужных картин. Не потому, что мир прекрасен, а потому, что я кретин. Игорь Миронович достоин, должен бы его цитировать. Игорь Миронович, кстати, опять-таки, к вопросу работы, да, вот отношение к работе. У него есть шикарное четверостишье, решил служить дверьми и хлопом. Броня с тобой, тони в трудах. Нельзя одной и той же жопы сидеть на встречных поездах. То есть, то есть, если ты, да, взял мяч вперед, назвался Грузин, полезай в кузов. То есть, либо делай свою работу, либо не делай. Александр Александрович, мы даем после 11 или пикаем. Сейчас мы еще пару стишков. Нет, дело в том, что я, где Губерман, я бы там никогда не пикал. Иногда хочется вместе все записи передачи его цитировать. Ну что, друзья? Значит, яичница у нас готова, салатик толстый и кофеечек с гоголь-могой. Мне нужно отделить белток от желтка. Вот, потому что мы будем делать гоголь-могой. Гоголь-могой, я думаю, что... Ну, прекрасно, близко. Так. Как в детстве? Давайте сделаем на 3 яйца, не будем... Давайте на 4. Ну, хорошо. Я просто не люблю гулять, так гулять. Я просто не люблю парные цифры. Почему? Давайте тогда 5. Хорошо, Ярослав Ильич. Во-первых, не меньше меня обижает. Объясняю почему. Объясняю почему. Когда вот мы вдвоем сидим, да? Да. Кушаем там, у нас какая-то русская беседа. И да, если да. Парное число, но вдруг вам захочется больше. Действительно. Парное число. Да. И тут начинается, что мы как-то забрать у друга. А когда не парное, вот мы вдвоем и 5. То есть оно не должно делиться на присутствующих. Интересно. Чтобы не было никакого внутреннего, что ты у кого-то что-то там забираешь и все. А так? Прямо целая философия. А как? А вы заметили во всем своя философия у Ярослава Валентиновича? Вы во всем вот так философски подходите к любому вопросу? Потому и стрессов нет. Угу. Стараюсь. Кстати, мэр города порезался во время мытья. Я именно поэтому и взялся мыть. А вы посудку моете, Ярослав Валентинович? Я? Ну, вы знаете, я хочу сказать о том, что мужчины принципиально чем отличаются от женщин? Женщина, когда опускается с домашнего хозяйства, она сразу думает, как это сделать. А мужчина думает, как это не делать. Та-да-да-дам. Ну, часто такое делаете? Или... Да, конечно, каждый день. Каждый день. Вот как утром просыпаюсь, да? Как утром просыпаюсь, так сразу гоголь-могой. А вы гурман вообще или... Ну, вкусно покушать люблю, честно. Хочу сказать. Ну, ем, что придется. Я абсолютно всеядный, то есть я ем все, ну как, если это просто, скажем, да, если это просто поесть, то абсолютно всеядный. Но если это какое-то вот, я очень в детстве, когда были, у меня у деда был день рождения 9 мая. И, соответственно, и всегда собиралась, как бы, да, большая семья. И вот там, и я всегда любил приходить раньше, когда там вот сварили холодное, там вот эти косточки. Да, да, да. Вот, фаршмачок, когда вот это вот можно там пообмазывать, вот когда бабушка понимаю, все сделала. Понимаю. Пирог, когда вот это вот обрезки, это ж, ой, это вот. А вот сахара надо много, по 15-3 чайных ложки на одно яйцо, чтобы получился гоголь-моголь. Очень интересно. Вот. У нас это да. Бывает. Поэтому берите... 3 чайных ложки. Ложка есть? Вот сюда 15. 15 ложек. Да. Ты как-то не ошибаюсь. Так, ну, в конце концов, считаем. Но только небольшие хоть. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да. 13. 14-15. Все. Так, и теперь мне что-нибудь такое побольше. Ложечку побольше. Я уже начал работать. Я сейчас начну, а потом я буду варить кофе, а Сан Саныч, а вы финишируете. Поработаем миксером? Конечно, да. Нет, хороший кофе. Да, как в том анекдоте, что папа, скажите ваш рецепт его вашего вкусного чая. Уже не больше заварки. Вот. Так вот, хороший кофе, он должен быть, априори, хороший кофе.
он должен быть свежим, молотым. Вот. И его нужно не жалеть. Не жалеть. Но много тоже, оно, не надо, тоже нельзя, конечно. Потому что он будет очень глубокий. Я положил 3-4. Три. Еще один мастер. Краем глаза. Ну, вот что такое женский глаз. Вы кушайте, кушайте, говорит, на здоровье. Свой руки смыло, мыли. Вы свой пятый бутерброд циклой, да? Нет, значит, оно тогда будет, да, когда он так... Договорюсь. То есть работаем еще? Да, работаем. Как в Бабеля в Кунаре. Так и умрем за кислые огурцы и мировые вырезки. А я при работе... Василий Иванович, вам нравится Бабель. Ну, смотря какая. Не надо никаких тренажеров, я вам скажу. 5 желтков. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Сюда. Сюда вот, вот эти вот гвоздики, ага. Что вот это вот, вот до них, до гвоздик. Это я погорячился, сказал, что не надо миксера. Так. Мне может помочь? Естественно, сейчас. Может помочь, Настя? Вы же уже, пожалуйста. Нету с брутальными мужчинами. Бабели так бабели. Без меня. Вот Сан Саныч. Да, как приятно посмотреть, как работает мужчина. Да, а? Вообще, кстати, это одно из чудес света. Работающий мужчина? Хорошо работающий. Ну, я ставлю не так. Не чудо света, а то, на что можно смотреть бесконечно долго. Как звезды, как огонь, как вода. И как хорошо кто-то работает. Я понял. Ну, мы уже близки к финишу. Красиво. Еще 150 раз туда и 150 раз обратно. Кофе варим. Ну, в идеале оно должно вот подняться и уйти вовнутрь. И только оно ушло вовнутрь, сразу же выливаем в чашечку. Не ждем ни секунды. То есть мы не снимаем 2-3 раза? Ну, нет, да? Оно уже... Нет необходимости. Вот в идеале, вот когда оно, вот оно начинает... Вы это сразу выливаешь, оно раз и... То есть классически. Слушайте, дай Боже, чтобы не... обожглись. Вот и пенку. Пенку надо всем по-честному раздавать поровну. Потому что в одну чашку пенку все нельзя. Это не по-честному будет. Правильно я сказал. Не, это... Ваше, это вам первое кофе. Гостям. То есть хозяевам. Хозяевам, да. И... Ага. Ну, показывайте, как. Вот. Тихо-тихо-тихо. Ну, второй на подходе уже. Нет, там все готово. Опа! Во, вот оно даже не снимается с... Как мороженое. И теперь рисуем такие визы руночки. Самое главное, да, на политической кухне что должно быть? Это жизнь. А что такое жизнь? Что такое жизнь? Житя, цена, свобода, смаком. А вы, Сан Саныч, как раз это демонстрируете сейчас. Ну, мы уже сказали в середине, бесподобно. Ну, как-то так. Вкусно. Еще в советское время было такое, спасибо, издать все о кофе, книжка была. Вот, и там были разные рецепты. Это как раз называется кофе по-вьянски. Спасибо. Ваше здоровье, сударь. Спасибо. Ваше здоровье, сударыня. Ваше здоровье, господа. Мы интересно сегодня работаем, да, сначала кофе. Да. Ну, а потом перейдем ко всему остальному. Приготовить – это еще полдела. Вот самое главное – его вкусно скушать. Подать. Да, я подать. Тоже. Но Степана Руданского. Умелый выпивать, не умелый подать. Хотя, честно говоря, на это блюдо хочется напасть с ложкой. Нападайте. И не ждать никаких вилочек и всего остального. Хлебушек, пожалуйста. Хлебушек. Я принесла есть? Вот. А, уже есть? Да. Ой. Хлебушек уже все же. Как приятно с вами работать, девушка. Да-да. Ну, так. Если так она хорошо работает, то смотри, уведу у тебя работник. Еще лучше. Не, уведу работник. У нас, Ярослав Валентинович, своих не бросают. Плохо работающих. Нет, не знаю, как там у вас, Мэри. Дело в том, что у нас, как я говорил, что каждый день новые и новые задачи, поэтому у нас всегда не хватает людей. Вот. Так что думайте, Сан Саныч. Да, мы передадим, если повышать что. Именно поэтому... зарплату или нет. Вот.
попробуем. Так. Так. Так, сначала салатик с тунцом. Очень специфический. Интересно. То есть такой интересный вкус, но очень вкусный. Вы по ходу яичничный кусочек. Вот оно там еще тоже дает свое. Завтрак. Интересный, да, вкус у салата? Простого, то нет еще специфического? Простого украинского менеджера. Депутата. 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 Така, така, трохи не людина, но человеческим лицом. Да, так, человеческим лицом, вот так я сказал. Смачно? Удалось. Очень. Вкусно. Я хочу напомнить нашим зрителям. Я прошу прощения, что я так увлекся. Сегодня у нас на кухне был просто депутат горсовета и просто Ярослав Валентинович Куц. Спасибо вам. Спасибо вам. За простое, но вкусное. Барышня, спасибо. Спасибо.